Всем привет! Сегодня у нас 13 февраля 2017 года, вторник. И я сделаю такой коротенький ролик по текущим событиям, которые связаны с моим делом, которое, в общем-то, началось 2 с лишним года назад, вот уже третий год пошел, как ко мне в квартиру ворвался спецназ шведской таможни. Положили меня мордой в пол, очень так профессионально положили. Вот. Ну и в результате было открыто дело. Сейчас оно квалифицируется как контрабанда оружия и незаконное хранение оружия. Да? Вот. В результате этого нападения у меня было конфисковано несколько единиц. Вот. Не все, часть осталась, я удивился, почему они не все конфисковали, часть осталась, часть, значит, это, которую они посчитали, что это нарушает законодательство, у меня было конфисковано. Вот. И вот буквально несколько дней назад я получил от них несколько писем, в частности, пакет документов вот, на 40 страницах. Да. Вот. Здесь же есть письмо, которое... Заложу, значит, свой ответ по этим документам и отправлю им. Значит, меня обвиняют тут по 4 пунктам, довольно-таки серьезным. В принципе, мне может грозить до 5 лет тюрьмы или какой-то большой штраф, в самом лучшем случае, да. Вот, было у меня 2 допроса. Вот, и сейчас мне, значит, прислали вот эти бумаги на ознакомление, тут все есть, все есть, даже с фотографиями, с всякими этими, вот фотографии, к примеру, такие есть, да, с патронами, ну, все тут есть, вот, чтобы я ознакомился и там, или какие-то замечания написал, или не записал, или потребовал бы дальнейшего расследования по каким-то пунктам, с которым не согласен. Вот. Но самое интересное, что вот вчера пришло мне 2 письма, одно заказное, одно через обычную почту, что я могу в течение 30 дней приехать туда к ним в контору, где я уже был, где меня допрашивали, и получить обратно часть моего оружия, в частности телескопические дубинки. Да? Вот. У меня их, в принципе, 3. Вот такая вот короткая дубиночка, да, она почему-то не была конфискована, хотя она на фотографии тут, значит, моих вооружений присутствует, но почему-то не конфисковали, я не знаю, может, из-за ее величины. Вот, она, в принципе, ой, давно я не открывал, вот такой величины она, сколько тут, 30 сантиметров, наверное, вот так вот. Она магнитная, Smith & Wesson, вообще супер такая дубинка. Они у меня оставили, конфисковали. Меня конфисковали 2 другие. Вот, полицейскую, чешскую дубинку, да. Вот, и вот такую, тайваньскую, там, Enforces называется. Он сделан на Тайване, не знаю. Вот, вот такая, две очень качественные, хорошие дубинки. И вот они мне прислали, значит, бумагу, что я могу явиться. Я сегодня позвонил, там нужно было предварительно заказать время, когда я приду, я заказал время. За полчаса позвонил, подъехал, запарковал машину, ну, пришел. Ну и все, там 15 минут подождал, пока там все бумаги не оформили, привезли там туда-сюда. Вот, я получил, короче, обратно свои вот эти дубинки, да. То есть у меня сейчас вот три моих телескопических дубинки. Они, значит, все, у меня на руках. Вот, ну, оружие, боеприпасы, которые мне конфисковали, их посчитали, что они это требуют специальных, значит, разрешений, туда-сюда, лицензии точнее, да. Вот, и поэтому вот сейчас, через 2 недели, мое дело будет передано прокурору, и там будут решать дальше, то ли меня нагрузить штрафами там, или еще чем-то, или вызвать меня на суд, будут судить, фиг его знает. Вот. Ну, по предварительному раскладу, значит, или 5 лет, или большой штраф, там минимум 50 тысяч шведских крон. Вот. Ну, вот такие у нас дела.